Поважаные сябры, сердечно віншую вас с Днем белорусского письменства. Год культуры, его проведение набывае особливое значение. Увага громадства засяроджена на необходимости бережливого захования лепших духовных здобытков, которые дошли до нас про стагоддзі, и узбагачения национальной скарбницы досягненнями наших талиновитых сучасников. Бо гістарычная память и гонор за радзіму служат тривалым подмуркам для дальнейшего развития краины. Звіншавання президента Республіки Беларусь Александра Лукашэнкі удзельнікам і гасцям урачыстасцяў Дня беларускага пісьменства. Гэтая літургія ў гомельскім храме Лукі Крымскага была не зусім звычайнай. Па-першае, яе ўзначалілі адразу два епіскапы – гомельскі жлобінскі Сцяфан і барысаўскі і мар'янагорскі Веніямін. Па-другое, сярод прыхаджан – удзельнікі навукова-асветніцкай экспедыцыі «Дарога да святыняў». Экспедыцыя прымеркаваная да Дня беларускага пісьменства. Да Гомеля яна ўжо наведала Акцябрскі і Калінкавіцкі раёны. Наперадзе былі яшчэ раёны Жлобінскі, Светлагорскі і сталіца Дня беларускага пісьменства – горад Рагачоў. На ўсім шляху удзел у малебнах, на якія абавязкова прыносіцца святы жыватворны агонь ад труны Гасподній. Хоць толькі богаслужэннямі праграма не абмежавалася. Урэшце экспедыцыя мае статус навукова-асветніцкай, а таму і сустрэчы з мясцовым насельніцтвам абавязковыя. Основной мэтой экспедиции, как записано в наших официальных документах, это географично поширить обсяги свята День белорусского письменства. Мы створены власно для того, как люди в тех районах, которые отдалены от столицы, от города, который стал сегодня столицей свята, отчули ту атмосферу, которая будет пановать в Рогачове. Отповедно, с этим излажен алгоритм экспедиции, то есть с нами святые охотники, с нами святары и письменники. И в вынику отрымалось вельми органичное сполучение. Вечер, свечки, люди, светлые огоньки бегут от храма. И это все сопровождается милогучными белорусскими вершами в выконании поэтов, артистов. Так что думаем, свою мету мы выконываем. Сады молитвы. Их удельники экспедиции «Шлях до святыню» закладывают у кожным населенным пункте, які наведывают. По территории гэтые сады, махчыма, и не самые великие, але галоўнае зусім не у площах. Гэтые древы, як и земля, на яких яны будут расти, освящаются животворным огнем. Гэта святое место, якое повинно оберегать людей. Сады молитвы – это сад молитвы Беларуси. Мы спим, а древы молятся галиночками, иголочками, листочками, кореньем, сутки. Кожные, каб не лилася кров на Беларуси, каб был мир во всем свете, каб мир был у кожной семьи, мир, лад, это благословение. У меня есть верш такой, роздум на початку третьего тысячагоддзя. Не помянувши родных, не берите бокал с шампанским. На початку шляху покласти крыш, не забывайте на себе. Людьми створил вас Бог, земный свой шлях. Старайтесь пройти, каб и отсюль у вечность отошли людьми, людьми, людьми. До Дня беларускага пісьменства на Гомельшыне рыхтаваліся ўсе. Запальванне агню сяброўства пісьменнікамі Беларусі, Расіі і Украіны. У верасні 2016-га гэтая традыцыя паўтарылася ў 10-ты раз. Менавіта столькі на Гомельшыне праводзяцца літаратурныя дажынкі. Па аналогіі з дажынкамі сельскагаспадарчымі, удзельнікі свята кнігі і творчасці кажуць, што ў 2007-м тут пасеялі літаратурнае зерне, якое дало добры ўраджай. За мінулы час выдадзена больш як 270 кніг пісьменнікаў Гомельскай вобласці. И что не меньше важно, створена славянская литературная скарбонка. И главное то, что многие из них представляют сегодня наши совместные проекты. Например, Краснодарское и краевое отделение Союза письменников России, Ростовская письменницкая организация, письменники с Таганрога, с Неклиновского района. Мы же цивили совместный проект наши молодые литераторы выступили в роли перекладчиков русских молодых литераторов. В вынику з'явился проект «Берега дружбы». Это уже 7-й проект за апошние годы. Своими письменниками на Гомельшине генерация. Только народных сярод мясцовых уродженцев. Одразу 4 человеки. Иван Мелеш, Иван Шамякин, Иван Навуменко и Андрей Макаёнок. Под знаком гэтых имёнов у регионе сёлета проходят усе литературные мероприемства. Хоть Андрея Макаёнка у гэтые дни можно выделить особным радком. И не только тому, что он народился на Рогачевщине, где проходит День белорусского письменства. Литературная спадщина у гэтага письменника настолько богатая, что и зараз оказывает уплыв на культуру не только нашей краины. Дарэчы, яшчэ пры жыцці Андрэя Макаёнка яго п'еса «Зацюканы апостол» толькі ў маскоўскіх тэатрах ішла больш як 700 разоў. Андрэй Макаёнак.
Это человек, который оставил в своей жизни столько творческого потенциала, что оно вдохновляет. Когда мы собираемся, и причиной тому даже вот его имя, мы продолжаем творить, продолжаем назидать, созидать. И после нас будут встречаться. Вот как вы думаете, помогает это нам или просто мы встретились, поговорили? Я думаю, что после того, как мы встречаемся, и не думаю, а знаю, уверен, у нас появляются інші книжки, інші твори, інші доробки. Ми становимося творчески взрослее після таких встреч, тому що йде обмін духовностями, обмін нашими культурами. Ми напитуємо друг друга нашим братством, нашим єдинством. Разом з тим на радзімі Андрія Макаёнка признаються, до гэтага часу асобныя старонкі яго біяграфіі до канца не вывучаны. Жывых сведкаў тых падзей не засталося, а са сведкаў матэрыяльных толькі адзін будынак. А таму ў Журавічах маюць цвёрды намер белыя плямы ў айчыннай літаратуры ліквідаваць, пачынаючы ад работы ў архівах да сустрэч з роднымі пісьменніка. Урэшце гэта справа гонару, сваіх знакамітых землякоў неабходна ведаць і памятаць. Еще живый его брат Леонид Молодечный, и у нас есть план запросить его в гости, самим наведаться до его в гости и попрацевать вот именно в этом накерунку. Ну и, конечно, описать все это необходимо. И вот эта дальнейшая работа нам и даст махчимость больше широко представить и читачам, и наведальникам музея об Андрея Егоровича, об его житті, особистом житті, об его громадской деятельности. До Дня белорусского письменства на Гомельщине засновали 10 литературных премий имя письменников и поэтов, мясцовых уродженцев. Подчас литературного свята на земле Макаёнка первые из них урушаются пераможцам. Письменники погаджаются. Об тиражах советских часов у 100 тысяч экземпляров можно только марить. Але запотребованным можно быть и зараз. Штогод на Гомельщине отбывается больше, как 2000 творчих сустреч, эффект от яких видовочный. Повинен автор писать не у шуфлядку, а повинен, как кажуть, ісці у люди. Аудиторий шмат. Гэта і школы, гэта студентські аудиторії, гэта бібліотеки. І повірте мені, ось я ведаю свою, як кажуть, практики, что и сегодняшняя молодь, вучни, студенты все-таки тягнутся до поэтичного и прозаичного слова. И поэтому проблемы такой великой, как донести слово до читача, по сутности, нема. Ладятся разные встречи, презентации книжек, презентации новых творов. День беларускага пісьменства на Гомельшыне прайшоў у чацвёрты раз. Двойчы гэтае свята прымаў тураў, аднойчы хойнікі. Усю падрыхтоўчую работу ў Рагачове каардынаваў нацыянальны аргкамітэт. Пры тым, што зрабіць неабходна было шмат, пачынаючы ад добраўпарадкавання горада і навядзення парадку на ўсіх дарогах, якія вядуць у сёлетнюю сталіцу Дня беларускага пісьменства да арганізацыі тэматычных падворкаў. Гомельщина, Рогачевщина, тут земля такая, тут все дыхает историей, культурой, мовой, литературой, имены Мелеш, Шамякин, Макаёнок, да Короткевич, да хиба это не заслуговая, как свято пришло в такой город. И поглядите, в улице и площадь города собралась вся краина, вся Беларусь, представники упэўнена всех регионов, собрался увесь свет. Увесь свет – это керовники аккредитованных у Беларуси дипломатичных миссий. И упершиню на таким святе – представники амаль 20 белорусских диаспор с близкого и далекого замежа. Кажут, что свято им вельми подобается и особливо приемно почуть родную мову. Хоть об коронях на новом месте жихарства и они так само не забываются. У Франции, например, навод белорусские народные святы означают и спевают наш гимн «Каля Эйфелевой башни». Мы проводили такие мероприятия, как белорусские коляды, купалье. В 2015 году наша ассоциация, мы в первый раз спели белорусский гимн на площади Тракадеро возле Эйфелевой башни. Это была первая акция, организованная ассоциацией и посольством Республики Беларусь, которая называется «Заспеваем гимн разом». Вот мы пели гимн разом.
раздали белорусские флажки всем нашим артистам, гостям. Туристы на нас смотрели, нас снимали. Мы белорусский гимн пели 2 раза, потому что все хотели нас снять. Они николи этого не бачили у тым Парижу, понимаете? Поэтому у нас тесная связь с нашими белорусами. И когда я приезжаю в Беларусь, и сейчас у вас на празднике, у меня такая гордость за нас. Мы такие молодцы. Открыццё дома кнігі падзей, якую ў Рагачове чакалі даўно. Па сутнасці, у райцэнтры да гэтага часу нават не было спецыялізаванай кніжнай крамы. Ды і бібліятэка размяшчалася адначасова ў некалькіх будынках у розных кутках горада. Цяпер гэтую сітуацыю выправілі. Дом кнігі па-рагачоўскі – гэта шматфункцыянальны комплекс, аб'яднаны культам кнігі. У нечым гэта даніна старажытнай традыцыі. Першыя публічныя бібліятэкі ў Беларусі адкрываліся менавіта пры кнігарнях. Асаблівую увагу пры гэтым надалі афармленню дзіцячай паловы бібліятэкі. Урэшце, калі не далучыць да чытання ў такім узросце, потым будзе позна. Второй этаж у нас отдан полностью детской библиотеке. Там есть сказочный город. У нас живут там сказочные коты, которые читают книги, учат детей читать книги, предупреждают детей об опасности. У нас есть замечательное дерево букросинга, где каждый ребенок может прийти и оставить свою любимую книгу, а второй ребенок, его друг, может прийти и взять эту книгу к себе домой и взамен принести свою книгу. Адразу 2 выставы ў Рагачоўскім краязнаўчым музеі, адна з якіх прысвечана мясцоваму ураджэнцу Анатолю Каплану. Адзін з лепшых графікаў 20-га стагоддзя. Ён вядомы сваімі цыкламі літаграфій да твораў класікаў, а таксама серыі малюнкаў аб родным горадзе. І сёння набыць яго работы лічыць за гонар буйнейшыя музеі Расіі, Германіі, ЗША, Вялікабрытаніі, Ізраіля. Як напэўна, не адмовіліся б яны і ад экспанатаў яшчэ адной выставы – старажытных, старадрукаваных і рукапісных кніг з калекцыі Гомельскага паласава-паркавага ансамбля, кошт некаторых з іх складае дзесяткі тысяч долараў. Хоць калі размова ідзе аб нацыянальнай спадчыне і слове з вялікай літары, грошы, напэўна, не самае галоўнае. Одна из самых редких и известных изданий, которая хранится в наших фондах, это Петр Мстиславец, издание Виленское, 1575 года. Эта книга, она как бы начинает нашу книжную коллекцию, и есть еще несколько изданий, которые датируются концом XVI века. Далее у нас представлен весь спектр книжных изданий и типографии, которые работали на протяжении 16-начала 20 века и на территории Российской империи, и на территории Беларуси. Есть издания, которые издавались в Могилеве, в Вильно, в Гродно. Все это церковная литература, но именно в виде церковной книги на белорусские земли пришла письменность. Па сутнасці, Дзень беларускага пісьменства – свята нацыянальнае, якое адзначаецца штогод. Пры гэтым яго канцэпцыя ніколі не змянялася. Неабходна паказаць еднасць беларускага друкаванага слова з гісторыяй беларускага народа. Нам ёсць чым ганарыцца. Беларуская пісьменнасць мае векавыя традыцыі, у чым можна было ўпэўніцца падчас наведвання друкарскага двара 16-га стагоддзя. Менавіта такім абсталяваннем карысталіся першыя кнігадрукары, і менавіта такім чынам выдавалася першая літаратура. Усе гэтыя станкі, дарэчы, з'яўляюцца дзеючымі экспанатамі першага беларускага музея пісьменства. Зараз ён ствараецца ў Вілейцы, а пакуль кожны жадаючы мог надрукаваць ліст са скарынаўскай бібліі па тагачасных тэхналогіях ці вырабіць паперу, на якой біблія ўбачыла свет амаль 5 стагоддзяў таму. Это брала всё по старым чертежам, старые книги, старые гравюры. Я, можно сказать, ездил по стопам Франциско Скорины, ездил в Европу учиться, в Швейцарию, Германию, Польшу, посещал аналогичные музеи. Ну, их немного, их меньше десятка. Штогод у Беларуси выдается каля 11 тысяч наименняў книг. Агульным тиражом каля 30 миллионов экземпляров. Проставить усе выданні на площах павильона сучасная беларуская книга просто немагчыма. Але тое, что атрымалася разместить на паліцах, без уваги удельников Дня беларускага пісьменства не засталося. На пярэдадні великого юбилея 500-годия с дня выдания першой беларускай книги выдавецкий дом «Звезда» подрыхтовал новую книгу Франциск Скарына «На мовах народаў свету». На гэты раз гэта выданне выйшла ў перакладзе на 73 мовы свету.
А повышение цікавості до беларускай культуры у прыватнасці і Беларусі ўвогуле падчас дня беларускага пісьменства казалі прадстаўнікі нашых дыяспор. У Іспаніі яна пакуль не вельмі вялікая, але даволі актыўная. Тут нават здолелі арганізаваць моўнае навучанне маладых іспанцаў у мінскіх ВНУ. У гэтым годзе у Мадрыдзе плануецца адкрыць беларускае пасольства, і тады стасункі землякоў са сваёй радзімай стануць яшчэ больш цеснымі. О том, што Беларусія набирает, скажем так, вес в европейском сообществе, говорит тот факт, что при Министерстве иностранных дел Испании в прошлом году, например, открыли государственный конкурс белорусских переводчиков, которые будут работать при правительстве и переводить какие-то документы. Это значит, что, в принципе, работа ведется. У наступным годзе дзень беларускага пісьменства пройдзе ў Полоцку, дзе адначасова будзе адзначацца 500-годдзе першай беларускай кнігі. На працягу паўтысячы гадоў яна па-ранейшаму застаецца запатрабаванай у грамадстве. Аб чым можна меркаваць па выніках маніторынгу, праведзенага саюзам пісьменнікаў Беларусі. Дарэчы, у Рагачове пісьменнікі пасадзілі сад і запэўнілі, што новыя ідэі ёсць у кожнага з іх. Мы правялі апрос усіх бібліятэк. И оказалось, что за два года книги белорусских писателей затребовали более 2,5 миллионов читателей. Вот вам ответ, читают ли наши люди книги. Нам отрадно, что произведения более 15 писателей переведены на иностранные языки, на 17 языков мира. Это говорит об авторитете и уважении и интересах нашей белорусской письменности.